Прежде чем мы приступим к просмотру, я бы хотел вам порекомендовать канал Мистер Анинка. Он снимает очень хорошие и качественные анимации. Тем более по Undertale и еще по всяким играм. Заходи на его канал и подписывайся. Ссылка в описании под видео. Итак, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Андрей. Сегодня мы будем играть за выживших против маньяка. Это игра наподобие Пятница 13, только на Android. Тут надо чинить генераторы и спасаться от маньяков. Что ж, приступим. Я в эту игру играю уже давно. Если что... Что ж, давайте начнем. Так, маньяк, я игрок. Еще два игрока. Что ж, текст чебурекс. Начинаем. И какой же у нас уровень? Храм. Ненавижу храм и бункер. Ну, бункер. Потому что меня всегда там ловит гребаный маньяк. Это реально бесит. Да ладно. Странно. Генератор. Блин. Так. Вот она. Вот он наш генератор. Отстань. Итак, игра у меня вылетела. Сейчас запустим ее по новой. Ай-яй-яй. Итак, друзья, мы продолжаем. Я перезапустил игру. И что у нас будет на этот раз? Снова храм. Естественно. Куда же нам без него?
Я не хочу к маньяку круг. Маньяку круг. О, товарищ. Кого-то поймали. Надо помочь. Так я не знаю где. Логово того. Погнали туда, что ли? Что у нас там? О, еще один сломанный генератор. Какое счастье. Пускай мы не сможем помочь. Или тебе кто-то сам поможет. Дед. Извини, чувак, я не смогу тебе помочь. О, нет. Что-то какая-то непонятная сила получается. Дедок. Что ты такой тупой? Да серьезно. Так, снова сюда возвращаюсь. Я не могу всем помочь, потому что если я выйду из укрытия, маньяк просто поймает меня. Ну, я слышу, он уже где-то близко. Мне самому детка жалко. Но чё ж поделаешь? Ничего же ты не сможешь сделать. Извиняюсь у меня порой. Молодец. 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 Вот ты побыстрее всё сделаешь. Давай, давай. Работай ручками. Извиняюсь. Так, заметно. Ой. Странно показалось, наверное. Сейчас попробуем улучшить его.
смысле? Подожди. Ох, ёлки. Ладно. Извиняюсь, что лагает, но... Ой, блин. Ну, потому что у меня какая-то камера, весь какой-то охренительный гигабайт. Надо будет проверить. Если вам нравится эта игра, пишите хэштег продолжение и не забывайте ставить лайки. О, деревня, наконец-то, святые. Наконец-то деревня. Упс, упала. Итак, давай загружайся. Изи-изи-близи. Рядом с этим заспавнились. Почему координата? Что-то маньяк не спешит. Нет. Фух, он нас не догнал. Так, чиним генератор. Чини. Ребята бегут помогать. Вот такая вот удача. Не хочу попасться маньяку прямо на встрече к нему. Сегодня с нами опять дед играет. Дед восстановился. Походу, пока никому жизнь спасать не надо. Пока бежим по темному лесу. Отсматриваем каждый дом, чтобы найти сраный генератор. Ну, святые макароны, ну вот он. О, успел! Через меня он заточил. И никто не спешит мне помочь. Ну, хотя бы так мы выиграли. Ох, как хорошо. Если вам нравится эта игра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Андрей. Всем удачи, всем пока.